Станция Уэйстон. И точно по графику, ровно 25 минут четвертого. Отлично. И ровно 35 минут после отправления из Бристоля. Вчера в это же время мадам Каррингтон была жива и здорова. Вопрос же, Гастингс, в том, была ли мадам Каррингтон все еще жива и здорова в 3:25? Если она еще была жива и здорова, то осталась ли она в купе?